видно, дзюдо занимает, но видно, дзюдоист такой качки. И он на него ходит так. Он один из первых. Каренин. А? Какой Каренин? Каренин из. Не важно, покажите. А, греко-каренин. Ну, в общем, ему палочки, блин. Встает. А, ты большой. Вот про это, наверное, говорил. Это и сигл, в принципе, делает. Вот это, обкатка. Нет. Не-не-не, он продолжает и бросок делает. Там такие шлепки, татани. Ну, это вот как вот об этом, вот есть такие вот варианты. Бросок. Это? Не-не-не. А есть такие вот. В ту же сторону? О, погоди, погоди, погоди. По-моему... Шоу, да, берешь? По-моему... Ну ты это типа спине дубанут, не. Не то. Это вот отсюда надо делать, наверное. Вот это вот. Да нет, он сразу делает, понимаешь? Вот сразу на бросок. Да, вот сразу вот сплетается на его и продолжение делает, тут вообще шлепает. Это, ты показал бы, это понять. Это не то. Вот красиво, в принципе, смотрится обкатка. Ну это предлагаешь. Там, да, ты ее... Это сюда надо делать. Ну, это, а то сразу. Нет, это, сейчас, ударь мне это, был. Сергей. Вот это. Ну это. Сергей, вот он, наверное, про вот это, ударь справа руки. Ты шо, да, типа сюда сразу, только такой. Я понял. Ты имеешь в виду? Вкручиваемся, да, да. Нет, это майка, да, боже. Вот шамен идет, мы вкручиваемся, кидаем, это какие у нас есть, тренировать. Да, 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 вот что-то на вот просто говорю. Пропускаешь ты руку. Ну, это ты есть бьешь. По 90 градусов. Нет, нет, ты тут ты не надо садиться, просто ты бьешь. Ты бей, ты вот не вот продавливаешь. Да, наконец-то я предопрос просто получил. Вот, вот эти хорошие вещи мне нравятся. Вот, и... да, вот это, да. Только ты рожу свою убирай. Слушай, и еще. Вот ты бьешь, чпок, потом хрест сюда. Это не сюда. Это сюда можно сбить, но такое вот просто вот так. Когда сюда бить, можно бить в руку то же самое. Ну да, это для тренировки. Куда бьешь руку? Ну я видел. Вот сюда, вот ну, бьют сюда, бьют сюда, не вопрос. Ну, это... ну он не может такой? Можем. Лететь можно и без этого. Смотрите, сейчас. Кролику это, без сейчас того, что вы имеете в виду, вот, когда вот он делает атаку, я сюда вхожу? Да, да. Или когда он делает атаку, я сюда вхожу? Нет. А когда ты входишь, это сразу ты делаешь шиханаги. Шиханаги, да. А это ты сбиваешь. Ты Егоров тогда это... все реализм ты показывал. Ты идешь вот это вот, это вообще бьет, это, конечно, в голову. Да. Но это чтобы не коронавируется на тренировке, да, бьют там сюда в плечо. Да, да, вот и вышибают, получается, вышибает, бросок. Да, и очень такой бросок. Ну это мощный бросок, кстати. Что от этого бросок? Ну кто сможет? Я смогу, что, какой? Просто бросок сделать? Да, мощный бросок. Какой мощный? Иди, Серега, будет мощный бросок. Давай, не нам, не же. Я не пойду, все, я... Ну что он там сделает? Сейчас, 5 секунд, снимайте, то есть атакуешь на меня. Я вхожу, мимо тебя тоже? Ты барашка, блин, да просто прямой вход. То есть сюда сразу. Да, вот это. Ты тут можешь развернуться, Катя. Давай, спокойно. Прогибаешься и на высокую страховку сюда уходишь. Да, во-во-во. Очень хорошо. Что, туда сделал? Вон Витька и снимает. Ну, так я уже снял, давай. Не, под высокую с Витьком будет тут делать. Ты просто торопишься, все равно, ты сам упадешь, на меня свалишься. Ага. Типа... типа, типа, да не типа, а прием. Ну куда? Че? Ну входи. Не да надо тут торопиться, тут вот этот первый раз ты делаешь сюда. Вот вход вот должен оно быть, рука, ты видишь? И отсюда ты вот он где, перед тобой. Ну Витек, сделай. Посаживаешь. Ну а как потом сделать? О! Ну что, Серега? Не, нормально. Я вот тебе подкатывал, подумал, заработал. Мне просто тяжело, ты видишь, мне рука болит, ну, мне да подтягивать, это мне больно. Нормально? Да. Доволен. Вещи надо делать.